Сам-то ты знал его? Ребенком видел пару раз, но уж почти не помню. Ха. Усы у него были такие выдающиеся. И что же, помогал он вам? Шутишь. За 20 лет ни копейки не дал. Хотя моя мать ему родная сестра. Скуповат был дядюшка Ираст Андреевич. Да. Ха. Зато теперь все это твое. Да. Да только потому, что помер он в одночасье и не успел свое движимое и недвижимое какой-нибудь богадельни завещать. А по закону я единственный наследник. Ну что, пойдем в твою пещеру, Аладдина? Да, твой покойный дядя, конечно, не Аладдин. Да, скорее уж Миклух Маклай. Не трогайте! Вещь дорогая. Разобьете еще. Здравствуйте, бабушка. А вы кто такая будете? Я Прасковья Лисицына. Покойному Расту Андреевичу. Прислуживала, царствие ему небесное. А вы часом не племянник ему будете? Племянник. Слава Богу! Дмитрий Афанасьевич, приехали. А я все думаю, когда ж молодой барин-то пожалует? Ну, проходите, раздевайтесь. Давайте одежду приму. Послушай, любезная, я человек новых взглядов. Мне прислуга ни к чему. Ты можешь идти. Ты свободна. Да как же так-то? У меня же своего угла даже нет. Я же вашему дядюшке 40 лет верой и правдой. А потом и задолжал он мне. Вот как? И что же, много задолжал? Да почти 20 рублей. Ну, у меня таких денег нет. Ладно, баба Паша, оставайся. Потом с тобой решим. Так я сготовлю покушать. Да, сготовь, пожалуй. На самом деле, есть хочется зверски, да? Да, не откажусь. Я мигом. Да, Митя, скажу тебе прямо, что большего я ожидал от твоего наследства. Ты же говорил, что у твоего дяди было целое состояние. Было. Да, видать, всплыло. Бог знает, на что потратил. Однако, Павлуша, дом можно продать. Куда покойник тратил деньги? Думаешь, много за это можно выручить? Да этого хватит на самые смелые прожекты. Паша, ты понимаешь, что это значит? У нас теперь есть деньги. Мир уже не будет прежним. Извините, барыня. Это Дмитрия Аристархова дом? Он самый. Хороший дом. И от города далеко. А ты что же? Служишь здесь? Уж 40 лет. Ну, послужила и хватит. Ищи себе другое место. Нам-то без надобности. За что? Я Дмитрию Афанасьевичу служу. Вы права не имеете. Митя против меня не пойдет. Мы с ним одинаково смотрим на вещи. Сколько он тебе должен? 20 рублей. На вот, возьми 30. Бедная.
Митя! Паша! Мальчики, я приехала! Андрей Петрович Клюев. Что это он в такую-то рань? Ну, зови. Доброе утро. Андрей Петрович. Мария Тимофеевна. Анна Викторовна. Здравствуйте, Андрей Петрович. Виктор Иванович. Чем обязаны? Да я мимо ехал, думаю, да, заеду по-соседски, навещу. И правильно сделали, позавтракайте. Ну нет, благодарю, сыт. Ну, тогда, может быть, кофе? А вот от кофе не откажусь. Лиза. Благодарю. Пожалуй, выключу музыку. А вы слыхали об аукционе? Какой аукцион? Мы ничего не знаем. Нынче вечером некий Дмитрий Аристархов распродает коллекцию своего покойного дядюшки. Погребальные маски, саркофаги, канопы. Канопы? Канопы – это такие сосуды для хранения внутренностей умерших в Древнем Египте. Ой, простите, хороший, да, не к месту сказал. Ничего страшного. Вы сказали, Дмитрий Аристархов? Да. Кто это? Я полагаю, это племянник Ираста Андреевича Аристархова, здешнего помещика. Никогда о нем не слышала. Ну, не мудрено. За последние лет 20 он из дома, наверное, ни разу не выходил. Вообще, странный был старик. Его и раньше-то здесь никто особо не видел. Он все больше в своем Египте пропадал. Все искал какой-то мудрости. Чуть ли не бессмертие. Ну, бессмертие он явно не нашел, но коллекцию собрал достаточно внушительно. На торгах будут известные личности, как Голенищев. Знакомая фамилия. Это самый известный в России ученый-египтолог, обладатель собственной коллекции египетских древностей. Поговаривает, он хочет купить самый ценный лот. Это мумия, которой около 3000 лет. И что же, ее выставить на всеобщее обозрение? Я не знаю. А вы хотели бы взглянуть? Нет, признаться, нет. Я не вижу ничего привлекательного в том, чтобы глазеть на непогребенного покойника. Очень жаль. Я как раз заехал к вам, чтобы пригласить вас на этот аукцион. Прошу прощения, Андрей Петрович, я не пойду. Аннушка, ну почему бы тебе не пойти? Ты и так почти нигде не бываешь. Ну, в самом деле, дорогая, ведь это действительно редкий шанс увидеть драгоценное наследие тысячелетий. Соглашайтесь, Анна Викторовна, там будет очень много знакомых. Господин Коробейников будет следить за сохранностью всех лотов. Ну, если вы все так настаиваете, то я, пожалуй, соглашусь. Не помешаю? Ну что ты, заходи. Аннушка, как же ты у меня хороша. Вот, примерь. Это колье. Это колье твоей бабушки. Я берегла его для твоей свадьбы. Ну все это глупости. Носи на здоровье. Оно тебе очень к лицу. Спасибо. Господин Клюев будет потрясен. Мама, наши отношения с Андреем Петровичем дружеские. Ну, не думаю, что он согласится на это утверждение. Мама, пожалуйста, не надо. Я тебе 1000 раз говорила, я не пойду замуж. Может быть, ты и права. Тогда живи свое удовольствие. Жизнь проходит очень быстро. И к тому же всякий брак, даже заключенный по страстной любви, в конце концов превращается в нестерпимую тоску и скуку. Уж поверь мне.
Антон Андреевич. Анна Викторовна, и вы здесь? Да, я с удовольствием бы с вами поболтал, да я при исполнении. Ваш друг нынче вечером занят. Придется вам довольствоваться моим скромным обществом. Ничего против не имею. Может, шампанского? Да, пожалуй. Итак, дамы и господа, алебастровый кувшин из египетской гробницы 4 век до нашей эры. Начальная цена 500 рублей. Кто больше? 550. 550 рублей. 550 рублей. Раз. 600. 600 рублей. 600 рублей. Раз. 650. 650 рублей. Раз. 650 рублей. Два. 700 рублей. 700 рублей. Прекрасное вложение для сбережения ваших капиталов. 700 рублей. Раз. 750. 750 рублей. Раз. 750 рублей. Два. 750 рублей. Анна Викторовна не ожидала увидеть вас здесь. А чего же? Не знаю, мне казалось, что это не для вас. Два бокала Клико. Слушаюсь. Восемьсот рублей. 800 рублей! 800 рублей! Раз! Я здесь по долгу службы. 800 рублей! Два! Думаете, это может быть опасно? 800 рублей! Да нет, просто меры предосторожности. 800 рублей! С аукцион должны пойти весьма ценные вещи. Вы кого-то ищете? Или следите за кем-то? Ни то, ни другое. Однако вы чем-то обеспокоены. Вам показалось. Яков Платонович, я достаточно хорошо вас знаю. Хотите шампанского? Раз! 850 рублей! Два! 900 рублей! 900 рублей! Вы не одна. Честь имею, господа. 950 рублей! 950 рублей! Раз! 950 рублей! Два! 950 рублей! Господа, мне хочется круглую цифру. 950 рублей. Три. Продано. Дядя. О, Аннет. Дядя, ты когда вернулся? Я только что, едва не опоздал. Кто это приобрел? Ты знаешь, слух об этом аукционе дошел до Петербурга. Говорят, египетские древности весьма неплохое вложение денег, вот я здесь. Так, и с каких пор ты интересуешься египетскими ценностями? Ну, с тех пор, как деньги появились. А, дядя, господин Клюев, это Петр Иванович Миронов, мой дядя. Очень приятно, Клюев, подачка. Взаимно, Миронов. Вы меня простите, но без приглашения внутрь попасть вам не удастся. Умоляю вас, Антон Андреевич, ну хотя бы на 5 минут, одним глазком. Не могу. Это же самое важное событие года. И мои читатели мне не простят, если я о нем не напишу. Я бы рад вам помочь, но, увы. А приглашение? Однако пусть вас утешит то, что quick wear it, repair it. Что? Кто ищет, тот найдет. Дамы и господа, наш следующий лот – деревянная статуэтка, изображающая египетского бога смерти Анубиса. Древние египтяне верили, что он встречает души умерших и ведет их на суд Озириса. 2 век до нашей эры. Начальная цена – 300 рублей. Аннет, хочу обладать. 350. 350 рублей. 350 рублей – раз. 350 рублей – два. 400. 400 рублей. 400 рублей – раз. Аннет, зачем тебе этот египетский бог смерти? Из него будет прекрасный отброс папье. 450. Антон Андреевич, Антон Андреевич, а что, если вы мне расскажете обо всем происходящем там? Алексей Егорович. Запишу с ваших слов. Ну вы что, не понимаете? Ну пока мы тут с вами толчемся, я и сам ничего не увижу, что в зале творится. Тогда уступаю. Идите туда, голубчик, идите скорее в зал. Минуточку. Угу. Идите, а я вас тут подожду. Я вам ничего не обещаю. Ступайте, ступайте, драгоценный вы наш. Аннет, я его купил. Поздравляю. Отличное приобретение. Простите. Простите, ради бога. Вы позволите взглянуть?
Да, прошу. Удивительная работа. Поздравляю. Прячься от солнца, чтобы не поблекли краски. Один момент. Простите, я не представился. Владимир Семенович Голенищев, египтолог. Очень приятно, Андрей Петрович Клюев. Очень приятно, господин Клюев. А это должна быть ваша супруга? Нет, я дочь адвоката Миронова. Анна Викторовна, моя племянница. Миронова? Не вы ли та самая женщина, медиум, о которой писали газеты несколько лет назад? Слухи очень преувеличены. Простите, я бы не хотела об этом. Жаль. Понимаете, я всю жизнь занимаюсь Древним Египтом. А для египтян в общении с духами не было ничего необычного. Они считали, что у каждого человека есть Ка. Часть души, которая после смерти остается на земле и может разговаривать с живыми. Точнее, мумия, в которую превратили его тело искусные бальзамировщики. Это подлинная мумия нового царства. Видите, как положены бинты. И эти амулеты, они типичны для той эпохи. Я за шампанским. Это нужно отметить. Анна, что с вами? Вы испугались мумии? Нет, голова от шампанского закружилась. Что я могу для вас сделать? Ничего. Я побуду одна, ладно? Но я вас одну не оставлю. Андрей Петрович, пожалуйста, я прошу. Со мной все будет хорошо. Как прикажете. Итак, дамы и господа, 2500 рублей раз, 2500 рублей два. 3000. 3000 рублей раз, 3000 рублей два. 3500. 3500 рублей раз, 3500 рублей. 4000. 5000. 5000 раз, 5000 два. 5003 продано господину Голенищеву за 5000 рублей. Анна Викторовна, Анна Викторовна, голубушка, умоляю, выручите меня. Ну, хотя бы пару слов. Вы же там были? Расскажите, мумию видели? Не успела разглядеть. Опять гоняетесь за сенсацией, господин Рябушинский? Ну что вы, господин Штольман. Я просто хотел узнать, не нужно ли чего Анне Викторовне. Нет, не нужно. Об Анне Викторовне есть кому позаботиться. Вот и славно. Яков Платонович, ну не в службу, а в дружбу. Не скажете, кто купил мумию? Ученый-коллекционер из Петербурга, господин Голенищев. И разговор на этом на сегодня окончен. Благодарю! С вами все в порядке, Анна Викторовна? Нет. Я все думаю про этого Тутмоса. Это ужасно, что его тело выставляют на показ, еще и с молотка продают. Да, уж умирая, вряд ли он полагал, что через 1000 лет окажется здесь, в Затонске. Вы меня не понимаете?
Он был живой человек, такой же, как мы с вами. У него были мысли, чувства. Его похоронить надо по-человечески, а не в музее выставлять. Как вы прекрасны. Что? Я знаю, вы сказали, что к прошлому возврата нет, но все же. Что все же? Что, Яков Платонович? Я не ребенок, а вы подавно. Если вы хотите что-то сказать, говорите прямо. Я хотел бы дать вам все, но могу предложить лишь... Яков Платонович! Вы так стремительно мимо меня проскочили, я подумал, что-то стряслось. Вы же понимаете, я несу личную ответственность за данное мероприятие. Разумеется. Вам не показалось странным поведение одного господина? Я... А... Господи, боже мой! Бам-ба-ба-ба-бам! Боже мой, Петр Иванович, вот так сюрприз. Да, мы с дядей встретились на аукционе. Мария Тимофеевна, вы только посмотрите, какую вещь я приобрел на аукционе. Боже мой, что это за истукан? Виктор, твой брат приехал. Петр, я не ждал тебя. Рад видеть. А если вы меня нет, то я поселюсь в гостинице. Ну что за глупости, что за... Ну же знаешь, тебя здесь всегда жду. Аннушка! Что было на аукционе? Я хочу знать все подробности. Мам, ради бога, умоляю тебя, не сегодня. Я так устала. Не ступай, ступай. На аукционе я приобрел вот это. А у Аннет, как мне кажется, появился новый поклонник. Тише. Ваш сосед Клюев, я тихо говорю. Она не любит подобных разговоров. Ну да, действительно. Клюев за ней ухаживает. И я этому безмерно рад. Ну, кстати, как он тебе показался? Мы не успели толком поговорить. Но, по-моему, славный малый. Что вы скажете? Узнали кого-нибудь? Я ни в чем не уверена. Было слишком шумно, прислушаться к голосам было невозможно. А вступать в разговоры вы мне запретили. Вы не должны рисковать без нужды. Если он в городе, он скоро появится у вас в магазине. Будьте осторожны, оружие при вас. Простите, сударь, простите, не имею чести знать ваше имя. Мы вчера виделись на аукционе. Я Голенищев, египтолог. Штольман, судебный следователь. Слушаю вас. Вот так совпадение. Я как раз шел в участок. А дело в том, господин Штольман, что, понимаете, мне бы не хотелось бросаться обвинениями. Я все-таки надеюсь, что это ошибка, а не злой умысел. Может, объясните толком, в чем дело? Мумия оказалась фальшивкой. Добрый день. Ни слова больше, сударь. Пройдемте в кабинет. Вчера
После торгов я, изволите ли видеть, пал в некоторую ажитацию. Не терпелось поскорее прикоснуться к обретенному сокровищу. Мумии эпохи Нового Царства, как правило, обладают изумительной сохранностью. У некоторых из них даже суставы гнутся. Это очень любопытно, но я прошу вас ближе к делу. Да-да, конечно. Итак, нынче ночью я не смог удержаться от соблазна, как следует рассмотреть моего жреца. Я собирался всего лишь слегка отвернуть бинт, чтобы проверить его сохранность. Ведь этой ткани более 2000 лет, а она дожила до наших дней благодаря специальным составам, которыми ее пропитывали. И заметил, что бинт отделился чересчур легко. Это сразу же вызвало мои подозрения. Я без особого труда распеленал верхнюю часть тела и понял, что передо мной фальшивка. Ну и каким же образом вы это поняли? Господин Штольман, я видел десятки египетских мумий. И могу вас уверить, что у них нет зубов такой белизны, как и ногтей, явно подпиленных пилкой. Я надеюсь, что господин Аристархов сам не знал о подлоге и согласится вернуть мне деньги без скандала. Ну и дела. Признаться, я тоже думаю, что Аристархов-младший ни при чем. Он унаследовал коллекцию чуть более месяца назад. Очевидно, что это его дядю обдурили. Все может быть не так просто, Антон Андреевич. Я бы не исключал подлог со стороны наследника. Но его не было вчера на аукционе. Всем распоряжался его поверенный. Надеюсь, он все еще в городе. А вот если мумию изготовили недавно, возможно, это... Убийство? Господа, вы не поверите. Я сам сразу об этом же подумал. Анна Викторовна очень кстати. У нас сегодня весьма необычный пациент. Пациентка? Да, судя по состоянию зубов, я полагаю, это женщина, которой не более 25 лет. У нее разрез на животе и все внутренние органы извлечены. Тело высушено таким образом, что можно предположить, оно долгое время лежало под палящим знойным солнцем, обдуваемое сухим ветром, что совершенно исключено, учитывая погоду наших мест. Или же оно было под воздействием каких-то химических веществ. Да, очень убедительная подделка. Именно так египтяне поступали со своими мертвецами. Извлекали органы, а затем выдерживали тела в едком натрии в течение 40 дней. Что же вы хотите сказать, что преступник владеет египетской техникой бальзамирования? Как-то это... Это не тайна за семью печатями. Процесс подробно описал Геродот в 5 веке до нашей эры. 40 дней. Значит, она могла быть убита совсем недавно. 40 дней? А может быть, 40 лет? На этот вопрос ответить невозможно. Клянусь вам, я ничего не знал. Устроитель аукциона сказал мне, что провинанс мумии не вызывает никаких сомнений. Она была куплена в Луксоре у Абделла Расула, а он получает свой товар прямиком из расхищенных гробниц. Вы готовы вернуть оплаченную сумму? Разумеется. Только, видите ли, я сейчас не при деньгах. Ну что же вы мне рассказываете, Дмитрий Афанасьевич? Вы вчера на аукционе целое состояние выручили. Понимаю, как это выглядит со стороны, но поверьте, я очень много задолжал одному человеку. Ну что ж. Мы обычно вас ждем. Это необходимо? Боюсь, что да. Речь идет не только о подлоге, но и о возможном убийстве. И, как вы понимаете, первый подозреваемый – это вы. Начинайте. Александр Францевич, вы могли бы хотя бы сказать, была ли смерть этой женщины насильственной? Антон Андреевич, на этот вопрос ответить невозможно. Слишком много времени прошло. Увы. Анна Викторовна, я боюсь, что нам без вас это дело не раскрыть. Хорошо. Я попробую. Мне надо остаться одной. Я вас понял. Господа, я прошу вас, пройдемте со мной. Мне нужно уточнить кое-какие детали.
Кому же вы задолжали столько денег, господин Аристархов? Вы же студент. Учиться вам еще года 3-4. Кстати, что изучаете? Химию. Химию. Интересно. Яков Платоныч, вот. Нашел спальню. Чьи это вещи? В доме еще кто-то живет? Нет, я один. Кому же они принадлежат? Яков Платоныч, там в подвале. Что? Да лучше бы вам самому взглянуть. Когда ты умерла, кто тебя убил? Я тебе приказываю, покажи мне. Покажи мне! Я тебе приказываю, покажи мне. Покажи мне. Кто тебя убил? Анубис! На 3 василитра. Зачем вам понадобился едкий натр? Да еще в таких количествах. Стой! Стой, я тебе говорю! Держи его! Держи! Руки! Анна Викторовна, чем порадуете? Девушка молодая и довольно красивая. Ее убил человек в маске Анубиса. Ударом в живот. Все, больше я ничего не поняла. Благодарю вас. В таком случае, позвольте откланяться. Я поскочу в участок вести расследование обычным манером. А господина Голенищева больше не волнует судьба мумии? Судя по тому, что он срочно отправился в гостиницу продлить свой номер, я думаю, что волнует. Всего доброго. Всего доброго. Да тут и говорить не о чем, Яков Платоныч. Дело ясное. К Аристархову приехала какая-то женщина. Это факт? Факт. Вы у него нашли в подвале едкий натр. Это тоже факт. И что из этого следует? А следует из этого, Яков Платоныч, то, что наш студент убил свою гостью и сделал из нее мумию. По-моему, это замечательный. Я бы даже сказал, какой-то поэтический способ избавиться от трупа. Антон Андреевич, способ самый сложный и весьма бессмысленный. Голенищев рано или поздно обнаружил бы подмену. Вы ведь сами сказали, что Аристархов собирается сбежать из города. Вот. А Голенищев, если бы он распеленал мумию у себя в Петербурге, так Аристархов бы уже где был? За 3 земель. Поэтому я предлагаю надавить на него хорошенько, порасспросить людей в городе. Наверняка кто-нибудь из них видел приезжую даму. И если мы установим ее личность и поймем, что она пропала без вести, стало быть, она и есть наша мумия. Уж больно у вас всегда все просто получается. Яков Платоныч, а у вас есть какие-то другие версии? Нет. В таком случае я прошу вас прорабатывать мою версию. Господин Голенищев, прошу прощения за беспокойство. Алексей Рябушинский, газета «Затонский телеграф». А мы с вами давеча виделись в полицейском участке. Да, я узнал вас, господин Рябушинский. Чем могу? Да я тут, видите ли, ужинаю в одиночестве и увидел вас точно в такой же, так сказать, диспозиции. Не угодно ли будет вам пересесть за мой столик? Вдвоем-то оно как-то веселее.
А вы знаете, я всегда мечтал поговорить с кем-то знающим о верованиях древних египтян. Вы правы. Это невероятно увлекательный предмет. Но учтите, по делу арестованного Дмитрия Аристархова я ничего разглашать не имею права. Ну что, Владимир Семенович, разве мы вообще без понятия? Прошу. Благодарю. Слушаюсь. Послушай-ка, любезный, принеси нам Мадеру самую лучшую и водочки Гран-Кристо, а? Да-с. Я что-то не понял. Если после смерти к человека впадает в летаргический сон, так как оно по земле-то ходит? Нет. В летаргический сон впадают ба. А это уже другая часть души. А всего-то их сколько? 7. Тело есть тоже часть души. И имя. Если имя твое забыто, тебе никогда не войти в дуат и не обрести блаженство. Так, значит, этот несчастный, превращенный в мумию, никогда в рай не попадет, пока личность его не будет установлена? Почему его личность? Ее личность? Это женщина? Ее здоровье. Не чокайся. Зловещая тайна мумии! Очерк госпожи Мироновой! Спешите узнать все леденящие подробности! Ну, что я вам говорил? Видите, сколько людей покупает газету? И дамы. И все это ваша заслуга бесценная, Марья Тимофеевна. Надо признаться, я приятно удивлена. Алексей Егорович, вы в своем расследовании ни разу не упомянули мою дочь. Ну что вы, как можно? Вы же мой лучший автор. Однако мне очень любопытно, откуда вы узнали все детали этого ритуального убийства? Я не раскрываю своих источников. Алексей Егорович. Египетский жрец оказался женщиной. Расследование господина Рябушинского. Покупайте за тонкий телеграмм. Марья Тимофеевна. Да? А куда? Главная сенсация за Томска. Покупайте за тонкий телеграмм. А как же, отец мой, приезжала к нему барыня одна. Только имени-то я ее не знаю. Может быть, возраст? Или как-то внешне можете описать? Видно из себя такая, красивая. Только глаза холодные, будто стальные. А возраст, ну, в наше время и в 25 уж старухи. А сейчас-то... И в 40 красавицы. Не знаю, не скажу. Ясно. А вот эти вещи, вы узнаете? Они ее? Ее. Шляпка точно ее. Да и перчатки. А как по-вашему, кем она ему приходилась? Любил он ее. Сильно любил. Как же я тебя люблю. Ты моя жизнь. Моя судьба. Все, что у меня есть, все твое. У тебя ничего своего нет, Митенька. Разве ты забыл? Да и судьба тебя ждет совсем иная. Иная. Но для всех, для нас общая. А дальше что? Ну, что было потом? Может, они как-то ссорились? М? Откуда мне знать-то? Она же меня в тот день и рассчитала. Чего тебе? Занят я. Ваше благородие, там некий Павел Мартынов из Петербурга приехал. Говорит по делу Аристархова. Господин Мартынов, чем обязан? Вы расследуете дело Дмитрия Аристархова. Да, и что?
Я его друг, мне необходимо увидеться с ним. Боюсь, это никак невозможно. Аристархов обвиняется в тяжком преступлении и отказывается сотрудничать со следствием. В подобных обстоятельствах свидания не дозволяются. Затем я и приехал, как только прочитал в газетах об его аресте. Хочу уговорить и рассказать его правду. Боюсь, вина его очевидна, и только раскаяние способно облегчить его участь. Ах, вот оно что. Господин Аристархов, вы так и будете продолжать молчать? Вот уже 3 дня вы испытываете мое терпение, по мне, тише едешь, дальше будешь. А вот господин Коробейников может сорваться. Хотите в Петербург? В казематы? А вот там вам не сладко придется, это я вам точно говорю. Ну так что, будете отвечать на вопросы? А знаете, что я думаю? Никакой вы не убийца. Вы просто очень молодой, неопытный, простодушный человек, попавший в дурную компанию. Простите, Яков Платоныч. Антон Андреевич просит арестованного к себе. Паша. Здравствуй, Митя. Кто это? Друг его, Павел Мартынов, из Петербурга приехал. Как ты? Держусь. Митя, ты должен во всем признаться. Я знаю, она была дурная женщина, вконец измучила тебя, и ты не владел собой, когда напал на нее с ножом. И все же, убийство невинного человека – это же страшный грех. Ты думаешь, другого выхода нет? Это наилучший выход. Суд примет во внимание, что убийство произошло из-за страсти. К тебе будет проявлено снисхождение, и душа Ираиды наконец обретет покой. Ираиды? Да. Ее звали Ираида Суслова. И я ее убил. Я любил ее больше жизни. Молил стать моей женой. Но она этого не желала. Играла со мной, как кошка с мышкой. То ласкала, то отталкивала. В тот вечер она призналась мне, что полюбила другого. На меня нашло какое-то помутнение, я схватил со стола нож и ударил ее. Живот. Антон Андреевич, мне кажется, я читал что-то подобное про Спера Мариме. А зачем вы сделали из нее мумию? Я не хотел расставаться с ней, с ее телом. Мне, как химику, было интересно провести подобный эксперимент. Едкий натрий я украл в лаборатории факультета. Причем с запасом взяли на будущее. Но отчего-то очень быстро охладели к трупу своей возлюбленной. И поэтому решили продать его с молотка. Thank you.
Ираида Суслова, 26 лет, участница террористической фракции, организации, появившейся после разгрома народной воли. Единственная, кому удалось скрыться 7 лет назад, после покушения на государя-императора. Все это время полиция разыскивает ее. А нашли ее мы с вами. Это невероятная удача. Или великолепно разыгранный спектакль. Не понимаю, чего вы сомневаетесь? Аристархов ведь сам во всем признался. Да, со слов своего петербургского приятеля, который, как вы заметили, буквально надиктовал ему его признание. Думаю, вы преувеличиваете. Однако странно, что Мартынов не приехал раньше. Но он приехал ровно после того, как прочитал расследование Рябушинского и очерк госпожи Мироновой, в котором подробно написано про пол мумии, про шрам на ее животе. Но вы ведь нашли едкий натр в его подвале. Это неопровержимая улика. Антон Андреевич, вы можете себе представить Дмитрия Аристархова, вскрывающего чей-то труп и извлекающего из него органы? Для этого нужна крепкая рука, ну и хотя бы какие-то общие познания в медицине. Ну и самый главный вопрос, зачем было это делать? Проще было закопать труп в лесу, ей-богу. Ой, ну что, Анна Викторовна, есть тайны в моей голове, которые не знают даже мои усы. Так значит, вас можно поздравить, Антон Андреевич. Вас ждет повышение по службе, ну или какая-то другая награда. Анна Викторовна, вы ведь знаете, для меня лучшая награда – это ваше внимание. Ну, взгляните на меня поласковее. Ну, неужели я не заслуживаю вашего внимания? Заслуживаете, заслуживаете, Антон Андреевич. А разве Аристархова задержал не господин Штольман? Ну, почему вы опять про... Ай, это я послал его в дом Аристархова. Просто чтобы не терять времени. Дело принимало очень серьезный оборот. Вы взгляните, это ведь страшная женщина. По взгляду сразу видно, что такая ни перед чем не остановится. Но... Кто это? Что? Это не она. То есть как? В доме Аристархова убита другая девушка. А... Значит, вы продолжаете настаивать, что не знали, кто такая Ираида Суслова на самом деле? Нет. Когда и как вы с ней познакомились? Месяца 3, может быть, 4 назад в трактире в Петербурге. Первая любовь? Да. Но вы же все равно мне не верите. А чего же? Верю, когда мне говорят правду. Здравствуйте. Добрый день, госпожа Миронова. Очень рада снова вас видеть. Я вас прошу, давайте без церемоний. Просто Анна. Вот зашла узнать, как идут дела у вас в лавке. О, гораздо лучше, чем я смела предположить. У вас очень читающая публика. У меня много заказов. И что же заказывают? Хотите знать? Так, 12 заказов на 2 сфинксов. Это новый роман госпожи Крыжановской. Интерес к египетской теме необыкновенный. Могу себе представить. Что же еще? Госпожа Селезнева хочет узнать будущее, полное руководство по картам Таро. Почмейстер Кузякин страдает подагрой. Заговоры от ломоты в суставах. Заговоры? А к доктору он прийти боится. С виду культурный человек. Господин Клюев выписал справочник злаки Средней России от братьев Собашниковых. Господин Штольман – энциклопедия ереси и опасных культов. Странно. Вы удивлены? Этот Штольман, он ваш знакомый? Мы в Задонске все так или иначе знакомы. Скажите, а я могу заказать себе такую же книгу? Да, конечно. Вас интересует эта тема? Не то чтобы интересует, так, просто любопытство. Скажите, пожалуйста, а госпожа Миронова случайно не ваша родственница? Да, это моя мать.
Я не могла оторваться от ее статьи. До сих пор перед глазами стоит эта ужасная картина. Человек в маске убивает ножом в живот свою несчастную жертву. А это все в статье описано? Да. Вы не читали? Кажется, мне надо больше внимания уделять маминым опусам. Простите меня, Полина. Всего доброго. День добрый, Анна Викторовна. Здравствуйте, Яков Платоныч. Вы были в книжной лавке? Вас это удивляет? Или это допрос? Скорее, повод завязать беседу. Вы тоже туда направляетесь? Нет, просто проходил мимо. Скажите, на аукционе вы что-то увидели? Точно я не могу сказать. Это длилось всего несколько секунд. Но вам же стало плохо. Вы потеряли сознание. Мне кажется, я видела, как Анубис убивает кого-то ножом в живот. Анубис, а не Дмитрий Аристархов? А вы думаете, Аристархов не виновен? Признаюсь, у меня есть сомнения, но вы расскажете мне, если... Если я еще что-то увижу, ну, конечно, я тут же расскажу Антону Андреевичу. Вы правы, так будет лучше. Доброго дня, Анна Викторовна. Доброго дня, Яков Платоныч. Ах, как это мило. Вы только послушайте. Ваш слог просто легок, как дыхание. А писательский талант несомненен. И кто ж тебе это пишет? Одна читательница. Я теперь получаю вдвое больше писем. Должен заметить, ваш очерк о мумии написан довольно бойко. Однако многое в нем вы приврали. Не приврала, а приукрасила. Никому не интересно читать о реальной жизни. Скажи, пожалуйста, это ведь от меня ты узнала, что жертва получила удар ножом в живот? Да. А в чем дело? Я не понимаю. А в том, что теперь убийцу не найдут. Потому что преступник узнал о ходе следствия из твоей статьи, мама. Не говори глупостей. Дело раскрыто. Убийца арестован. Да. А мы в этом не уверены. А мы это кто? Штольман? Я и Штольман. Ты знаешь, я тебе больше никогда ни о чем рассказывать не стану. Ты просто завидуешь моему успеху, Анна. И не можешь это скрыть. Что ж, в этой семье меня никогда не понимали. Истинно сказано. Враги человеку, домашний его. Мне нужно работать. Ну, пожалуй, меня тоже ждут дела. Лиза! Пожалуйста, подай мне кофе в кабинет. Сию минуту, барин. Мамаш. Скажи, ты действительно думаешь, что Дмитрий Аристархов задержан безвинно? Он ведь признался во всем. Очень много несовпадений. И самое главное, Ирейда Суслова совсем не похожа на дух, с которым я разговаривала. Ты что, снова видишь дух? Да. Мне нужна твоя помощь. Так я могу забрать бинты и амулеты, бывшие на мумии? Они подлинные, имеют некоторую ценность. Да, конечно, забирайте на здоровье. Хоть что-то. Скажите, а что слышно по поводу денег? Дом Аристархова пойдет с молотка, и уже с вырученных за него денег вы получите ваши 5000. Но боюсь, что это будет не скоро. К сожалению, нам пока так и не удалось выяснить, куда он делал все деньги от продажи коллекции. А он сказал, что он сделал с настоящей мумией? С настоящей? Да, но ведь была же и настоящая мумия. Жрец Тутмоса. Что он с ней сделал? Тутмоса? Да. Сейчас мы у него это и спросим. Ну, идемте со мной.
Ты знаешь, Аннет, я сейчас вдруг почувствовал себя, как 5 лет назад, когда мы с тобой занимались спиритизмом, распутывали всякие хитрые дела. Славное было время. Я, признаться, тоскую по нему. У тебя вполне есть шанс его вернуть. Посмотри вот на этот дом. Так и веет чем-то зловещим от него. Ну, стоит в лесу, далеко от города. Идеальное место для совершения преступления. Но ты так и не сказала, для чего мы здесь. В этом доме в подвале было совершено убийство. И мумию сделали здесь же. И вот я подумала, что если на месте преступления попробовать вызвать дух девушки? Быть может, она подаст новый знак. Вот только как попасть в дом? Аннет, это противозаконно. Ты обещал мне помочь. Подержи. Я просто спросил. Я просто спросил. Подержи. Ну, дядя. Когда ты просила меня о помощи, ты это сделала таким таинственным тоном, что я сразу догадался, кое-какие мои таланты еще могут очень даже пригодиться. Благодарю. Сколько можно? Я только что 2 часа беседовал с господином Штольманом и совершенно без сил. А это ничего, Дмитрий Афанасьевич. Послезавтра вас отвезут в Петербург, на Шпалерную. Там вы отдохнете. А пока ответьте нам, куда вы дели настоящую мумию. Настоящую? Мумию. Не знаю. Осторожно, Нэд. Тут ступеньки. Ну, а что мы хотим здесь увидеть? Ну, что? Дух Ираиды Сусловой, явись мне. Дух Ираиды Сусловой. Ты знаешь, я почти уверена, что это не Суслова. Да? Может быть, ее дух просто сегодня не в духе? Дух мумии, явись мне. Дух мумии, явись. Аннет, он здесь? Кто ты? Фридин! Аннет, Аннет! Вот это! Тихо. Вот. Вот. Ты слышишь? Слышишь это? Подожди меня здесь. Одну минуту, я сейчас приду. Сейчас приду, будь здесь, будь здесь. Дядь, ты куда? Дмитрий Афанасьевич. Молчание никак не облегчит вашу участь. Куда вы дели настоящую мумию? Отыщи мы ее. И я уверен, господин Голенищев не будет настаивать на подлоге. Не буду. Я ее сжег. Сожгли? Да. В печке. Разломал и сжег. Помню, славно горело. Боже мой. Какое варварство. Боже мой. Thank you.
что здесь. Осторожно. Вы были правы. Аристархов не сжигал мумию. Это значит, он не убивал Ираиду Суслову. Она... жива? Нужно немедленно телеграфировать в Петербург. Как глупо я заблуждался. Я поторопился с выводами. А вы с самого начала все знали? У меня сразу были подозрения, поэтому я молчал. Хотел, чтобы заговорщики подумали, что их план удался. Их? То есть он был не один. Боже, моя репутация следователя испорчена. Не хоронить себя раньше времени. Да уж тут. Простите, что пришлось вас поднять в столь поздний час, но дело не терпит отлагательств. Только что мы получили телеграмму о том, что Ираида Суслова задержана на границе. Этого не может быть. Это какая-то ошибка. Вместе с ней арестован ваш приятель, Павел Мартынов. Вдвоем они собирались выехать из России и вывезти огромную сумму денег. Павел. Так она с ним. Каков подлец. Да и я должен был догадаться. Неплохо придумано. Меня на каторгу, а сам с Ираидой и деньгами за границу. Великолепный план. Да и вы действительно хороши. Сперва отдали все свое наследство приятелю с любовницей, а потом признались в убийстве, которого не совершали. Да, положим, наследство Дмитрий Иванович собирался пожертвовать на благое дело. Свержение тирании и освобождение трудового народа. Да. Я ведь прав? Благодарю вас, Лиза. Можете идти отдыхать. У тебя утомленный вид, Анат. Отдохнуть бы тебе и выспаться хорошенько. Что с тобой? Он здесь? Нет, но... чувствую что-то. Хватит. Хватит. Что ты хочешь? Оставь меня! А что случилось со Светом? Мария Тимофеевна. Что-то метеорологическое, очевидно. Ну, что-то атмосферное. По весне такое часто случается. А от чего вы не спите-то? Пишу новую статью. Называется «Возвращение мумии». Хотя нет, лучше так. Мумия возвращается. Одно название лучше другого. Мария Тимофеевна. А зачем вам понадобился эткинатор? Взрывное устройство? Да. Кого собирались взрывать?
московского генерал-губернатора. Я взялся смастерить бомбу, а Ираида должна была подготовить все в Москве. Нам было на руку, что полиция считает ее мертвой. Но ведь это все вранье. Никакого заговора не было, она просто собиралась сбежать с моими деньгами. Все именно так. А как вы передали ей деньги? Дал распоряжение стряпчему. Он увез их в Москву и там передал ее человеку. Я и сам собирался ехать за ней в день ареста. А где вы собирались встретиться с ней? За границей? Дом купца Затулина в Малокнезенках. Спросить Акулину. Уводите арестованного. Подождите. Вы же не поймали их, верно? Вы меня обманули! Сыграли на моих чувствах, сделали предателем! Я спас вас от каторги. Если будете благоразумны, отделайтесь ссылкой. У вас есть шанс начать новую жизнь. Не упустите его. Уводите. Браво, 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 Яков Платоныч. Лихо вы его провели. Лихо. Нужно немедленно телеграфировать в Москву. Если им повезет, они арестуют Суслову сегодня ночью. Ну, а начальство оценит вас еще больше? Нет, нет, Яков Платоныч. Это вы. Вы это дело раскрыли, а не я. Я как раз верил Аристархову. Антон Андреевич, я убедительно прошу вас никому об этом не говорить. Мне более чем удобно, если лавры главного сыщика Затонска достанутся вам. К тому же дело мумии пока не закончено. Это верно. У нас нет ни жертвы, ни преступника. Возможно, эта тайна так и останется неразгаданной. Ни в коем случае. Я не сдамся. Тем более теперь, когда мы почти наверняка знаем, что и убийство, и бальзамирование произошли в подвале дома Аристархова. Нужно непременно еще раз опросить всех, кто были близко знакомы с покойным и могли что-то видеть. Да он кроме старухи и экономки ни с кем не общался. Ну, стало быть, начнем с нее. Владимир Семенович. О. Доброе утро. Анна Викторовна, признаться, я был удивлен письмом, которое доставил от вас посыльный. Мне нужна ваша помощь. Вчера в подвале дома Аристархова не явился дух Тутмоса. Вы говорите серьезно? Я не хотел оскорбить вас. Дело в том, что он ведет себя не так, как другие духи. И я не знаю, чего от него ждать. Хорошо. Давайте найдем спокойное место для разговора. Прошу. Простите, Анна Викторовна, я немного волнуюсь. Сами понимаете, такие истории не каждый день случаются. Да. Так, сейчас дух Тутмоса здесь? Да. Прямо за вашей спиной. Да не оборачивайтесь, вы его все равно не увидите. Боже мой. Хочет мне что-то сказать. Или там... Сахма. Шуптали лес. Летаю, дили, ищи. Рабит, иди. Шатни лесин. Гума лошад. Я не понимаю. Шатни лесин. Я не понимаю! Анна Викторовна, что с вами? Говорил сейчас через вас. Как? Ишат ибн Рашид Рахма. Ну, как-то так вот. Невероятно. Что, вы поняли что-то из этого? Да нет, я умею только писать и читать иероглифы, но... Боже мой, Анна Викторовна, боже мой! Мне первым из современных ученых удалось услышать древнеегипетский язык. В моем очень вольном пересказе. Пусть! Эх, боже мой, я даже не могу вам передать весь свой восторг. Не надо передавать восторг, господин Голенищев. Я его не понимаю. Да, да. Так, вы сказали, что вы умеете читать и писать иероглифы. Более-менее. Бумагу! Бумагу! Быстро давайте бумагу!
Прасковья Ивановна, а гости приезжали к покойному Эрасту Андреевичу? Нет, не любил он гостей. И в дом не звал. И что же, за все те годы, что вы у него служили, ни разу никто не останавливался? Быть такого не может. А чего же не может быть, отец мой? Эраст Андреевич из года почти 10 месяцев по загранице разъезжал. А когда возвращался, отдыхал от всех. А женщины? Неужели не заезжали? Нет, не заезжали. Ну, за границей, может, и были, не знаю, не скажу. А здесь других не было. Других? Кроме кого? Ну, что ж теперь скрывать? Сошлись мы с ним? Давно. Я еще тогда молодая да ладная была. Все, похоже, все. Так. Ну, вот этот иероглиф определенно обозначает гробницу. Ну, конечно. Ну, естественно. Он просто хочет, чтобы мы его похоронили. Придали тело земле. Сомневаюсь, Анна Викторовна. Понимаете, 7 частей души объединяются и входят в загробное царство Дуат только при соблюдении целого ряда условий. Сохранности мумии, наличие усыпальницы. Вы уверены в этом? В этом уверен Тутмос. В том, что вы погубите его, если закопаете в землю. Ну что? Ну что тогда он от меня хочет? Видимо, чтобы вы построили ему новую гробницу. Я? Нет, ну это кошмар. Скажите, а вы можете его еще раз попросить поговорить через меня на древнеегипетском, Анна Викторовна? Господин Голенищев. Виноват. Азарт ученого. Скажите, а он еще здесь? Ну, значит, сказал все, что хотел. Или вы его перевели неправильно? Похоже, все-таки правильно. Подождите, подождите, я думаю. И кажется, у меня есть одна идея. Что вы делаете? Это послание ему. Стойте! Это означает, документ одобрен. Что вы написали в документе? А то, что мы хотим построить ему новую гробницу. Но на это понадобится некоторое время. Быть может, несколько лет. Быть может, больше. Ну что это значит? Вот. Взгляните. На съезде российских художников профессор Румянцев призвал к созданию нового музея изящных искусств в Москве. Вот, посмотрите. Вот этот эскиз победил конкурс на проект для будущего здания. Я действительно хотел приобрести мумию для своей коллекции, но теперь с радостью подарю музею, как только он откроет свои двери. Подойдите, подойдите. Опять то же самое. Гениально. Ну что ж, будем надеяться, ваша проблема решена. Но только одна из двух. Какая вторая? Кто была та девушка, из которой сделали мумию? Полюбуйтесь. Только что из Москвы. Вы сами за телеграммой в Москву бегали? Ираида Суслова арестована. Раскрыта ячейка заговорщиков. Ну что ж, поздравляю. Замечательно. Да. Стало бы, теперь можно и по домам. Вы можете идти, а я останусь, порвусь в архивах. Яков Платонович, вы удивительный человек. Вы из тех людей, которые, если не найдут дорогу, так сами ее проложат. Мне нужно выяснить, не заявлял ли кто о пропаже девушки, женщины за последние... За сколько лет у нас хранятся архивы? За сколько? Ну, тут... За столько боюсь, что, Яков Платонович, вам одному и не справиться.
Да кто тебя убил, если не Аристархов? Чего расселась, как королевишная? Посуда со вчерашнего дня не мыта. А что мне посуда? У нас ты на хозяйстве, а я за красоту взятая. Мне руки лучше не марать. Танюшенька, красавица моя, чаровница, Афродита пенорожденная. Да полно, полно вам, Ураст Андреевич, еще сглазите. Ой. Ураст Андреевич. Пошла вон, дура, стерва. Это ты виновата. Не уберегла. Вон. Вон! Я подарю тебе бессмертие. Ее зовут Татьяна. Яков Платонович, добрый день. Доброе утро, доктор. Мне сообщили, что вы просили меня срочно к вам приехать. Простите, что потревожил вас, доктор, но вот список пропавших без вести женщин из нашей губернии. Не могли бы вы посмотреть, чьи параметры по описанию совпадают с параметрами нашей таинственной мумии? Однако список не маленький. Анна Викторовна сегодня в больнице? Нет, вы знаете, она в последнее время работала на износ, поэтому я приказал ей пойти домой и хорошенько отоспаться. Тогда всего доброго. Пойдемте, я распоряжусь, чтобы вас доставили обратно. Барышня. Ищу Прасковью Лисицыну. Мне сказали, она здесь живет. Ну, я Прасковья. Проходите. Да не бойтесь вы. Я из благотворительного общества помощи бедным. Будем вам еду приносить или лекарства, если нужно. Надо же. Ну что ж, благодарим покорно. Присаживайтесь. Доброе утро, девушка. Ну, давайте посмотрим, кем вы у нас можете быть. Это, например, Рязанова Глафира Петровна. Давно спокойно спать перестала. Может, пилюли какие-то есть. А чего же вам не спится? Да грехи старые покой не дают. Узнаете вещицу? Хозяину вашему принадлежала. Анубис. Бог смерти. Кровь в жилах стынет, когда на такое смотришь. А во сне приснится. Так и вовсе поди. От разрыва сердца помереть можно. Не пойму, к чему вы клоните-то? Да все.
все вы понимаете, Прасковья, все это вы понимаете. Все вы понимаете! Я знаю, что это вы убили ту девушку! Да нет! Много лет назад вы убили! Да нет же, не убивал я ее! Барин тогда на неделю в Петербург уехал. И как ты живешь здесь, тетя Паша, среди ужасов этих? Ты о чем? Об идолах этих поганых, которые у барина в подвале стоят. Да что ты понимаешь? Это все древности. Больших денег стоит. Ирастан Андреевич водил меня туда, хвастался. Только я там чуть Богу душу не отдала. Страх смертный. Особенно демон с пёсьей головой страшен. Он мне по ночам в кошмарах является. Жуть. Будет тебе демон. Будет тебе смертный страх. Сама из дома сбежишь. Андреевича вернулись, я ему сказала, что утром Татьяну мертвой в постели нашла. Он тело ее в подвал перенес. И что уж он там с ней сделал, я не знаю. Погоревал полгода, а потом меня опять к себе позвал. Вступайте в полицию. Облегчите душу. Суд учтет, что убийство было непреднамеренным. Ну уж нет. Пусть Бог меня судит. Я Ираста Андреевича любила. Всю жизнь ему отдала. А он эту молодую в дом привел. И прислуживать меня ей заставил. После смерти ни копейки не оставил. Все вы нас за людей-то не считаете. Только Дмитрий Афанасьевич хорошим был. Нельзя отнимать у человека жизнь. Идите в полицию. Значит, я пойду. Зачем вы сами ходили к Прасковье? Если бы с вами что-то случилось, я бы себе это не простил. Хотела проверить свою гипотезу. Почему не обратились ко мне? Тем более, что мы сами уже вышли на Татьяну Столбову, бывшую в услужении у Аристарха Старшего и пропавшую 30 лет назад. Знаете, Яков Платонович, вы извините, но духи меня не спрашивают, сколько им еще ждать. И все же,
следующий раз, когда захотите проверять свою гипотезу... Какой другой раз? Не будет следующего раза. Мне надоело, я больше не буду вам мешать ловить преступников. Анна Викторовна, Яков Платоныч, как я скучал по нашей компании, и вот мы снова вместе. И я подумал, а не помузицировать ли нам сегодня? Анна Викторовна, я поддержу вашу партию изящной тремолой. К сожалению, сегодня не могу, занят. Да бросьте вы, Яков Платоныч, дело это раскрыто теперь окончательно. А у Якова Платоныча всегда есть дела поважнее. Например, погружаться в изучение опасных культов, ересей. Что вы имеете в виду? Пошутила. Прощайте. Анна Викторовна сегодня расстроена. Право же, нет страшнее человека, чем тот, который разучился радоваться. Я вас давно жду. Кошмар приснился. Ой, Юша. Ох, матушка. Это все от нервов. Матушка. Вот. Выпейте пустырника. Ну? Мне сказали, что товар заходит. Уже с месяц во сне является. Доктор ведь уже больше года как погиб. Может, успокоиться вам, не мучить себя. Платье мне приготовь. В город поеду. Может, примет она меня. Кто? Та, кто за место меня с Иваном потолкует. Thank you.
Анна Викторовна, прошу говорить. Я? Да ну, что говорить? Все, все что угодно. Когда-нибудь ваш голос услышат ваши правнуки. Сегодня 6 июня 1894 года. Погода замечательная, и мы с Андреем Петровичем голоса записываем. Боже мой, это мой голос. Такой, такой неприятный. Ну, что вы такое говорите? У вас прекрасный голос. Это в первый раз так кажется. День добрый, господа. Могу я видеть Анну Миронову? Это я. Как хорошо, что вы здесь. Я к вам по делу. По особому делу. Говорят, ваш дар вернулся. Не откажите. Помогите мне поговорить с сыном. Прошу прощения, я давно не оказываю подобного рода услуг. Я прошу вас. Умоляю. У него никого нет, кроме меня. Он мне пытается сообщить что-то очень важное, я это точно знаю. Анна Викторовна, помогите. Хорошо. Проходите. Андрей Петрович, простите, я вынуждена ненадолго вас покинуть. Как вам будет угодно. Мой сын Иван Глебов служил земским врачом. Прошлой осенью он поехал к больному в соседнюю деревню. Да так и не вернулся. Пролетку с лошадьми нашли через 2 дня в полях. А Ванечку только весной, когда снег сошел. Я вам сочувствую. Ужасно потерять единственного ребенка. Спасибо, но я уже свое отстрадала. Только вот уж с месяц как Ванечка стал приходить ко мне каждую ночь. Приходить? Во сне. Он как будто хочет сказать мне что-то очень важное. Зовет меня маменька, маменька. Я боюсь, что не своей смертью умер Ванечка. Убили его. И пока мы виновного не найдем, душа его не успокоится. Хорошо. Я попробую вам помочь. Дух Ивана, явись мне. Дух Ивана, явись мне. Дух Ивана Глебова, явись мне. Да, он здесь. Что? Что он вам говорит? У вашего сына есть дети? Нет. Ванечкина жена скончалась, детей у них не было. Он так и не смог отойти от ее смерти, от горя работы спасался. Ребенка качал. Потом нитку взял и шить начал. Нитка длинная такая. Куда иголка, туда и нитка. Ну, конечно. Господи, какая же я клуша. Засиделась я у вас. Мне домой уже пора. Вы простите, что я больше вам ничего не сказала. Да что вы, ангел мой. Вы мне очень помогли. Храни вас, Господь. Андрей Петрович. Ничего не говорите, я все понимаю. Я умею хранить секрет. Кажется, это ни для кого уже не секрет.
Ну, как прошло, матушка? Сказала вам, выражая что-нибудь про доктора? Нет. Ничего не сказала. Вы бы покушали, матушка? А то сил не будет. Без тебя, знаю, глупая, не жужжена духом. Посыльный приходил полчаса назад. Госпожа Самсонова за вами посылали. Ну что ж ты сразу-то не сказала, а? Дело у меня еще есть. Куда это ты так торопишься? Дела, Маша, дела. Может быть, хоть раз скажешь, какие? Виктор, ты постоянно куда-то уходишь. Ты стал скрытен и совершенно не уделяешь мне никакого внимания. Ну вот зачем ты так? Вечно ты все преувеличиваешь. Просто у меня срочное дело в городе. Ты ведь теперь сама современная женщина. Работаешь у Рябушинского. Должна лучше меня понимать. О проблемах современной женщины. Сама бросилась. Или помог кто. После того, как доктор погиб, вдовушка-то совсем того, умом тронулась. Она на допирайте. Не надо не смотреть. Объектив протри. Слушаюсь, ваше благородие. И с той еще стороны сфотографируешь, и сумочку не забудь. Очень хорошо. Тот самый? Да, все еще функционирует. А реактивы где берете? Привозят из Петербурга. Рад вас видеть, Антон Андреевич. Жаль только, что обстоятельства встречи не очень приятные. Так мы с вами по-другому и не встречаемся. Давай оттуда теперь. Кто такая? Личность установили? Антонина Глебова. Замужем? Нет, вдова. Сын у нее Иван Глебов, земский врач. Нужно опросить. Хорошо бы, да. Разбился он около года назад. Лошади понесли, и там... На самоубийство не похоже. Не похоже. Тело нужно срочно доктору Милцу отправлять. Да уж куда спешить теперь. Да тут как божий день, ясно. Это Миронова ее на тот свет отправила. Кто? Агафья, горничная Глебовой, сказала, что барыня сегодня ездила к этой Ане вражей. А теперь вот. И 3 часов не прошло. Полиция во всем разберется. Советую слухи не распускать. Я уверен, что Анна Викторовна тут совершенно ни при чем. День добрый, Анна Викторовна. Здравствуйте, Яков Платонович. Что случилось? К сожалению, да. Скажите, вы встречались сегодня с Антониной Глебовой? Да. Откуда вам это известно? Прокипяти. Пару часов назад ее тело нашли за слободкой на овраге. То ли несчастный случай, то ли толкнули. А зачем она к вам приходила? Помощи просила, с сыном поговорить хотела. И вы помогли? Могла. Анна Викторовна, вы должны быть осторожны. Мало ли кто может заявиться к вам с подобной просьбой. Ну, не стоит помогать всем подряд. Знаете, Яков Платонович, это мне решать,
кому помогать, а кому не помогать. Господи, зачем же я ее отпустила? Она такая была, такая взволнованная. Не корите себя. Вы ни в чем не виноваты. Я прошу вас хотя бы сегодня не гулять по городу одна. Кто-нибудь проводит вас домой? Да. Андрей Петрович Клюев. Ну, значит, мне не о чем волноваться. Честь имею. Здравствуй, любезный. Служишь здесь? Служил. У вдовы Глебовой на хозяйстве, царствие небесное. Давно ли? Да почти 2 года. Стало быть, здесь был, когда сын у нее пропал? Был, ваше благородие. Уж как госпожа Глебова страдала. Сначала надеялась, что вернется он. А когда по весне тело нашли, чуть не каждую ночь выла. А теперь в кабинете доктора вроде как музей. Все как при нем было. Госпожа строго-настрого запретила сюда входить. Агафья как-то раз ослушалась, так ее чуть не выгнали. Кто такая? Горничная. 2 нас. Понятно. Да-да? Не помешай, Александр Францевич. Антон Андреевич, здравствуйте. Я рад всегда вас видеть. Удалось выяснить время смерти? Я полагаю, судя по свернувшейся крови, 3-4 часа назад. Где-то так. И самый главный вопрос, который меня беспокоит, сама ли она или же ей помогли? Я прошу вас. Вот, ближе, ближе. Вот посмотрите. Видите эту рану? Угу, угу. Эта гематома говорит о том, что, скорее всего, был справа нанесен удар каким-то тупым продолговатым предметом. Потому что, если бы было просто падение и удар о плоский камень, то характер раны был бы совершенно другой. Стало быть, убийство. Несомненно. Матушка, матушка, упокой Господь ее душу. Ездила она тут к одной. Чуяла мое сердце не к добру это. Так и получилось. Ты про Анну Миронову? Она к этому делу отношения не имеет, так что прошу тебя слухов не распускать. Когда видела хозяйку последний раз? Так в обед. Она потом к Самсоновым уехала. Знаешь, зачем? Она у молодой барыни экономкой служила. Ну, а ты сама где в это время была? Здесь я была. Где же мне быть? Я хозяйством занималась. Матушка обычно к 7 вечера возвращалась. Я ужин приготовила. Самовар поставила ей. Все нет и нет. Потом дворовые прибежали, сказали, что нашли ее. Могу я осмотреть кабинет доктора? Наш доктор самый лучший был. Его в уезде очень любили. К нему даже из губернии ездили. Здесь все осталось, как при его жизни. Матушка его память очень берегла. Как я полагаю, матушка с сыном были привязаны друг к другу. Однако доктор одинокий был, молодой. Может, какие любовные увлечения были? Иван Иванович был порядочный человек. Жизни людские спасал. Некогда ему было шашни крутить. Откуда это знаешь? Я? Так помогать он меня просил. Вот инструменты кипятила. И видела я. Он либо у больных, либо здесь дома. Вот его жизнь. Вся тут. Ну, спасибо. Ты иди, а я еще осмотрюсь. Thank you.
О своих шурах-мурах с доктором-то умолчала. Тихо. Не суй свой нос не в свои дела. Проболтаешься, изведу. Ладно тебе, не стращай. Держи язык за зубами. Мелюзга. А не то ты у меня на улице будешь побираться. Уразумел? Да. Антонина Глебова явись. Дух Антонина Глебова явись. Дух Антонина. Так. Золото. Милс подтвердил, что вдова погибла насильственной смертью. Ее ударили чем-то по голове и сбросили во враг. Чтобы мы с вами списали это на самоубийство. Похоже на правду. Да. Войдите. Ну, наконец-то! Сколько можно чинить одну лампу? Да будет свет. Спасибо. Да будет свет. Я поспрашивал соседей. Глебова никому хлопот не доставляла, в долгах не была, да и вообще врагов у нее не было. Трудно себе даже представить, что у кого-то был мотив ее убить. А вам что-нибудь удалось выяснить? И горничная, да и мальчишка городовой утверждают, что Глебова после обеда поехала к Самсонову. А еще я смотрел кабинет доктора, в ящике для инструментов не хватает скальпеля. Ну, доктор мог его просто сам потерять. Да не похоже. В комнате идеальный порядок, а прислуга говорит, что Глебова в комнату сына никого не пускала. Чёртово электричество. И что же вы думаете, что это она взяла скальпель? Не исключаю. Она сегодня приходила к Анне Викторовне и... просила помочь ее поговорить с умершим сыном. Это я слышал. Уже все судачат. Анна Викторовна рассказала ей, что ее сына убили. Возможно, вдова поняла, кто убийца, и отправилась отомстить ему. Но вроде пока никто не убит, слава богу. Я тоже на это надеюсь. Еще взгляните. Доктора нашли ранней весной, тело было в ужасном состоянии. А вот на голове... обнаружили продолговатую гематому. Как у вдовы? Именно. Тогда подумали, что он сам ударился головой, когда упал во враг. Но если допустить, что его убили, а вдова узнала об этом и отправилась отомстить ему... то убийца мог с ней расправиться. Завтра нужно ехать к Самсоновым. Возможно, они прольют свет на это темное дело. Анна, как я рада вас видеть. Здравствуйте, Полина. Я просто мимо шла и подумала узнать, как у вас дела. Благодарю. Все хорошо. Как раз утром доставили вашу книгу. Да? Какую книгу? Вот эту. А, я уже и забыла. Сколько я вам должна? Ну что вы, берите абсолютно бесплатно. Но если мне захочется поболтать со своим покойным дедушкой, вы же мне в этом поможете. Простите, я ни в коем случае не хотела вас обидеть. Просто весь город только об этом и говорит, а я верю в подобные вещи. Я понимаю.
Мне просто каждый раз неловко, когда речь заходит. О вашем чудесном даре? Да, я понимаю. И я обещаю, что больше никогда не буду задавать подобных вопросов. Только если вы сами не захотите поговорить на эту тему. Просто ужасно интересно, как все устроено в загробном мире. Боюсь, я ничего не смогу вам сказать. Неужели? Вы же можете все спросить. Просто я чувствую, что есть вопросы, которые не стоит задавать. Так сколько я вам за нее должна? 2 рубля 45 копеек. Простите меня еще раз, мне ужасно неловко. Мне бы не хотелось потерять ваше расположение. И вы меня простите. Обещаю не сердиться и зайти к вам на днях. Да-да. Заодно расскажите, как вам книга. Я полистала, мне кажется, тут много любопытного. День добрый, Анна Викторовна. Спешите. Благодарю. Тороплюсь. Что это у вас за фолиант? Да фолиант вам должен быть давно известен. Загадками говорите. К сожалению, не обладаю вашим необыкновенным даром. Так что ответить не могу, пока не покажете книгу. Тороплюсь. Как-нибудь в другой раз. Очень жаль. А я сейчас еду в усадьбу к Самсоновым. Вдова Глебова работала у них экономкой. И незадолго до своей смерти была у них дома. А кто такой этот Самсонов? Я не слышала про него прежде. Золотопромышленник приехал недавно из Енисейской губернии. Золото. Его жена Анастасия Петрова, урожденная Фомина, для дочери портного сделала неплохую партию. Портного? Куда иголка, туда и нитка. Яков Платоныч, можете меня подождать? Я отпрошусь у доктора Милца и поеду с вами. Конечно. Я буду ждать вас сами. Дорогая Марья Тимофеевна, но это прекрасно, прекрасно, искренне, скандально, ново. Вы прекрасно описали скуку семейной жизни, охлаждение супруга в браке, невозможность для женщины заняться каким-нибудь полезным делом из-за общественных предрассудков. Но, Марья Тимофеевна, будьте готовы. На вас набросятся все поклонники домостроя. И пусть набросятся. Драка лучше скуки. Я тоже так думаю. И поверьте, драться мы будем вместе. Я вас в обиду не дам. Значит, вы согласны со мной, что современной женщине необходимо какое-нибудь дело? Марья Тимофеевна, признаюсь вам, если бы я целыми днями занимался готовкой и детьми, то уж давно бы сошел с ума. Значит, вы не были женаты, Алексей Егорович? Нет, я не склонен к семейной жизни. Мне нужно широкое поле деятельности. Простор, полет, вдохновение. Жаль, мне кажется, вы были бы забавным мужем. Что? Я имела в виду не скучно. Ну, как знать, драгоценная Марья Тимофеевна? Как знать? Это ведь вы предложили госпоже Глебовой работу? После смерти доктора, и мне стало жаль ее, а она осталась совсем одна, бедняжка, да еще и без средств к существованию. А вы были знакомы с доктором? Конечно. Я когда еще жила у батюшки, он часто заезжал к нам. Ваш отец дружил с ним? Не совсем. Если кто-нибудь заболевал, конечно, всегда за ним посылали. Врач он был прекрасный, любую хворь мог вылечить. Настенька, душа моя, вот я и дома. А у нас гости? Штольман, Яков Платоныч, судебный следователь. Это моя помощница Анна Викторовна Миронова. Мы здесь по делу госпожи Глебовой. Вчера ее тело нашли в овраге недалеко от вашего дома. Боже, какое горе. Бедная женщина, сперва сын, теперь сама. Вы садитесь.
Я знаю, она помогала вам по хозяйству. Вы были довольны ею? Ну, славная женщина, а для экономки медлительная. Я ее только ради Настеньки держал. Настенька у меня такая сердобольная. Странно. Анастасия Самсонова совсем не любит своего мужа. Едва переносит. А он кажется таким мягким человеком. Внешность Анны Викторовны иногда бывает обманчивой. Зачем же ей был нужен этот брак? Неужели из-за денег? Многие посчитали бы эту причину достаточной. Анастасия Петровна говорит, что доктор часто бывал в доме ее отца. Он живет здесь, недалеко за Слободкой. Давайте навестим его. Отец Анастасии. Думаете, он может что-то знать? Порой пациенты знают о своих докторах гораздо больше, чем доктора. А преступники о следователях? Скажи-ка, любезный, Петр Гаврилович Фомин здесь проживает? Так точно, ваше благородие, тут. Так вы что, соседи будете? Кучером у него служил. Чего-то гости к нему зачастили. А кто это еще к нему приезжал? Уж не Антонина Глебова? Не знаю я ничего. А глаза говорят, знаешь, только говорить не хочешь. Она к нему заходила. Что-то они повздорили. Крики аж в конюшне слышно было. О чем повздорили? Не знаю, нет привычки послушать. Что потом? А потом она выскочила злая. Да уехала. Точно уехала? Точно, точно. Своими глазами видел. А это у тебя откуда? Колесо чинил. Поранил. Как мне доктора не помнить? Помню. Отличный малый был. Вы знаете, что он в Петербурге учился? Блестящий. Мог в столице остаться, но предпочел вернуться в родной город. Не местного калибра был человек. Я ему предлагал свою клинику открыть. К нему бы вся губерния ездила. А он все отказывался, скромничал. Вот. Главная проблема доброго душой человека – скромность. Пока всякие подлецы вперед лезут, благородные люди позади остаются. Душно. Я подышать. Ну, так может, на стоечке, голубушка, вмиг полегчает. Я лучше пройдусь. Фасон. Это ваш ребенок? Или вы помогли ему появиться на свет? Ой, барыня, нельзя вам тут быть. Ты же ему не мать, верно? Скажите, госпожа Глебова, мать покойного доктора, вчера к вам приезжала? Как пришла, так и ушла. Нечего ей тут делать. Известно мне, что повздорили вы с ней. Колька, подмастерье мой все рассказал, да? Вот выгоню негодяя. Так из-за чего ссора вышла? Денег она просила, а я отказал. Она в слезы. Вот стал вспоминать доктора, мол, сколько он нам помогал. Ну, а я что, богатей, что ли?
Я сам едва концы с концами свожу, так что я выгнал ее. Колька, кстати, видел, как она отсюда вышла. Вы ведь, кажется, портновским ремеслом промышляете. Ну, теперь, правда, меньше заказов беру. Слава богу, зять деньгами помогает. Петр Гаврилович, простите, я дверью ошиблась. Там сын ваш? С нянькой. Вы что, забыли, что ли? Нет. Это Кольки моего ребенок. Гулял где-то, мерзавец. А мамка его, наверное, померла. Ну, Колька мне в ноги упал. Разрешите, мол, оставить. Вдвое больше работать буду. Ну, только позвольте. Ну, я согласился, что я не человек, что ли. Кольки, значит, подмастерье вашего. Да. Так точно, ваше благородие. Вы сами у него спросите. Непременно спросим. Благодарю вас, господин Фомин. Хоть подмастерье подтвердил, что это его ребенок, но имя и фамилию сходу назвать не смог. Покрывает хозяина. Но зачем Фомину врать? Он вдовец и вполне мог бы признать ребенка. Никто бы о нем плохого не подумал. Анна Викторовна сказала, что ребенок живет с нянькой, а не с матерью. А мать, стало быть, померла? Глебов семейный доктор Фоминых. Возможно, он принимал у нее роды, и что-то пошло не так. В таком случае Фомин мог во всем обвинить доктора и решиться на месте. Вот вам и мотив. Говорят, доктор был щепетильным человеком, записывал все имена пациентов, аккуратно вел медицинские карты. Поедемте в дом Глебовой. Сейчас? Немедленно. Я мигом, быстрее ветра. Дядя? Молодец. Читаешь? Вот. Нашел твой медицинский журнал. Очень увлекательно. Откуда цветы? Это Андрей Петрович тебе после обеда прислал. Как мило. Мне кажется, он увлечен тобой. А мне кажется, ты всерьез увлекся медициной. Давно это с тобой? Ты знаешь, Аннет, когда-то давно в Баден-Бадене у одной молодой женщины остановилось сердце, и подоспевший врач сделал ей дыхание рот в рот. Уже тогда я понял, что это самая благородная профессия. А сейчас, думаю, может мне начать посещать какие-то медицинские курсы. Петр Иванович, боюсь, наскучит это вам через недельку. Ну, отчего же? Это очень интересно. В конце концов, надо в жизни заниматься каким-то полезным делом. Почему не этим? Подыщи себе что-нибудь другое. Например? Спокойной ночи. Вот еще. Господа, может быть, чаю? Нет, спасибо. А я с огромным удовольствием. Антон Андреевич, нам нужно просмотреть дела всех рожениц за последние полтора года. Да. Если ребенку сейчас больше года, то роды должны были быть как раз в канун гибели доктора. Оригинальное умозаключение. А, господа, давайте я вам помогу. Ну, кто же лучше меня знает, что здесь и где лежит? Какие записи вам нужны? Ой. Вот я растяпаю руки-крюки. Я сейчас все уберу. Вы нас в гостиной подождите. Глазам не верю. Яков Платоныч, кажется, нашел. Акулина Баранова. Не жена ли это того самого конюха Баранова, который живет рядом с Фоминым?
Так оно и есть. Умерла 14 месяцев назад. Обширное кровотечение. Собирайтесь, поехали. Что, господа, нашли, что искали? Кое-что нашли. В кабинет доктора никому не заходить и ничего не трогать. Как прикажете. Эй, мелюзга, поди-ка подсоби, дело срочное. Чего тебе? Пошли. В кабинете у доктора приберемся. Так ведь господин следователь велел ничего не трогать. А ты больше чужих слушай. Баранова умерла за 2 недели. До того, как доктор пропал без вести. Все сходится. Баранов кучер, здоровый мужик. Ему бы одного удара хватило для того, чтобы убить доктора. Местные дороги он знает не понаслышке. Догнать пролетку в метель для него расплюнуть. Думаете, и Глебову он убил? А возможно, я видел шрам у него на руке. Ну, как будто порез от скальпеля. Ну, и к тому же мы знаем, что Глебова приезжала к Фомину в тот вечер. Баранов живет рядом, так что мог видеть и знать, куда она потом направилась. Вы здесь? Что случилось? Ну, я не понимаю. Беги, торопись. Куда? В мой дом. Дядя? Послушай, что они пишут. Послушай, одна молодая дама за 3 года брака так и не сумела подарить мужу наследника и обратилась к профессору Кнапе. А ты куда? В дом погибшей Глебовой. Я с тобой. Только оденусь. Вечер добрый. Да уж ночь почти, ваше благородие. Чем я заслужил ваш визит? Покойная Акулина, ваша супруга? Так точно. Родом не померла. Царство ей небесное. Вам придется проехать с нами. Это еще зачем? Лучше не сопротивляйся, иначе нам придется применить силу. Яков Платоныч! Яков Платоныч, извольте объяснить, а что здесь происходит? Ваш кучер подозревается в убийстве доктора и его матери. Задержан до выяснения обстоятельств. Как это? С чего бы ему? Вы видели господина Баранова позавчера вечером, когда вдова Глебова к вам приезжала? Точно. Его же не было дома. Я как раз хотел дочку навестить. Я думал попросить его подвезти. А я стучу к нему, и никакого толку. Не было? Что ты меришь, пустобрех? Дома я был, ты не стучал! Так, ты выродок? Будешь на меня наговаривать? Сейчас. Так, Колька. Колька! Ну, иди сюда. Чего извините, Петр Гаврилович? А вот скажи, кто прав, я или вот этот косматый? Позавчера вечером я к нему стучал, а он не открывал. Помнишь такое? Ну, как не помнить? Помню. Значит, подтверждаешь мои слова? Подтверждаю, стало быть.
В участок его. Горит! Горит! Стой! Стой! Аннет! Аннет, куда ты? Не надо одной. Надо вызвать пожарную команду. Держи ее! Мальчик, беги в участок, полицейский! Штольмана найди! Скажи, чтоб бежал сюда быстро! Да не виноват я, ваше благородие. Вот вам крест. Вот вам крест. Я бы никогда на вдову руку бы не поднял. А на доктора-то и подавно. Святой человек был. Святой, а жене твоей не помог. М? Мы ведь все понимаем. Доктор не смог помочь твоей Акулине, не спас ее, и ты решил ему отомстить. Признайся, и будет тебе послабление. Да. Я виноват в ее смерти. Мне бабка повитуха сказала, мол, скорее езжай за доктором. Ну, я ее не послушал. Думал, все обойдется. А когда приехал, Акуленушка моя кровью не зашла. Доктор сказал, что ее не спасти, только ребенка. Так ребенок жив? Да. Сын у меня. Спасибо доктору. А где он сейчас? Так я сестре своей родной отдал, в соседнюю деревню. Ну, куда он мне? Я же не баба, у меня нет грудей, чтобы его выкормить. Мы видели мальчика в доме Фомина. Не знаешь, чей это ребенок? Так никто не знает. Ходят слухи, что Гаврилыч нажил его где-то. Мать его померла, вот он и по совести забрал его к себе. Давно это было? Точно не скажу. Прошлой осенью. А коль ты не виновен, голубчик, ответь мне, где ты был в тот вечер, когда вдова Глебова наведывалась к Фомину? Дома был вечером. У себя. Дрых. Ой, Ли. А чего ж тогда Фомин говорит, что не было тебя? И его подмастерье Колька подтверждает? Да черт их знает! Может, злобу какую на меня затаили? Да избавиться хотят. Позже! Войдите.
Господин Штольман, меня послали сказать вам, чтобы вы срочно ехали в дом вдовы Глебовой. Кто послал? Барыня молодая, красивая. Я поеду с вами. Антон Андреевич, оставайтесь здесь. Закончите допрос без меня. Муку пурулентус, параносалис, абсцессус. Как красиво звучит. Если бы мы только раньше приехали. Благодаря тебе здесь хоть что-то осталось, Аннет. Доброй ночи, Анна Викторовна. Что случилось? Яков Лазунович, Агафья пыталась сжечь бумаги доктора Глебова. Но нам с дядей удалось кое-что сохранить. Мое почтение, господин Штольман. Доброй ночи, Петр Иванович. Где сейчас она? Сбежала. Я пытался ее преследовать, но она оказалась проворнее меня. Смотрите, что я нашла. Агафья потеряла ребенка на 4-м месяце. Очень не хотела, чтобы это стало известно. Только зачем же было сжигать все? Ну, вероятнее всего, она была безграмотна и не могла отыскать именно свою карту. Да, похоже, вы правы. Объясните, как вы оказались в этом доме в столь поздний час. Как? Вы попробуйте догадаться. Меня попросили сюда прийти. Скажи, ты же здесь давно служишь. Зачем Агафья сожгла записи? Амура она с доктором крутила. И сильно боялась, что вы об этом узнаете. Ступай. Думаете, Агафья ждала ребенка от доктора? Вполне возможно. Определенно. Смотри за домом, приглядывай, а если Агафья объявится, мне сообщи. Слушаюсь, ваше благородие. Анна Викторовна, вы знаете, как я безмерно рад вашей помощи и ценю ваше участие в расследовании, но зачем вы приехали в дом Глебовой посреди ночи? Это опасно. Хорошо, что ваш дядя с вами. Если бы я не успела, у вас бы даже этого не было. Нет, что вы, не надо меня благодарить. Доброй ночи. Доброй ночи. Кабинет. За что меня? Не виноватая я ни в чем. Значит, есть за что. Ты, главное, правду говори. Год назад ты была беременна и потеряла ребенка. Неправда ваша. Я не гулящая какая-нибудь. У нас здесь записано. Агафья Лыкова. Это ведь ты? Ты расскажи все. Не мне тебя судить. Все так. Только любовь была у нас, а не паскудство какое-нибудь. Он даже венчаться со мной хотел, как только про ребеночка узнал.
говорю, Гашенька, это ничего, что ты из простых. Еще увидишь, как мы с тобой славно заживем. Антонина Глебова знала об этом? Нет. Иван ей ничего не говорил. Дал случая подходящего. Да только сдается мне, что эта старая корга сама обо всем догадалась. Как-то я убиралась. Забралась на стул пыль протереть. Она меня возьми да толкни, якобы случайно. Я упала и ребеночка потеряла. Чтоб ей на том свете покоя не было. И потом? Я 2 недели хворая лежала. Как раз в то время Иван отправился в ту деревню проклятую и пропал. Если ты говоришь, что Антонина Глебова виновата в смерти твоего ребенка, почему же ты не ушла из ее дома? Когда доктор пропал, из нее весь дух-то и вышел. Пару шагов не могла ступить. Падала, плакала, не спала по ночам. На кого я ее такую оставлю? Да и кажется мне, что она корила себя за свой грех. Так бы хоть ребеночек ей на радость остался. Вот нет. Во всем белом свете теперь одна. Получается, ты простила ее? Нет. Разве что она мне прощения просила. Только убивать я ее не стала бы. Вот вам крест. Дозвольте, Петр Гаврилович. Чего тебе? Кухер-то Баранова в убийстве Глеба обвиняют. По стражу вчера взяли. Ну, я знаю, что. А я вот думаю, может, сказать, что соврали-то мы. Но он ведь дома был в тот вечер. Совесть меня мучает, Петр Гаврилович, что я по вашему научению соврал. И вот ничего-то ее успокоить не может. Вот это твою совесть успокоит. Ну, разве что самую малость. А если я добавлю? Кажись, поутихло. Сейчас вот совсем тихо станет. Ты губы-то не раскатывай. А то сам на каторгу пойдешь. За лжесвидетельство. Понял? Понял. Понял, Петр Гаврилович, понял. Так. Вот это Самсонову отнесешь. Насте лично в руки отдай. Если кто-то еще, кроме ее, увидит, башку оторву. Понял. Петр Гаврилович, понял. Пошел. Скажи, дядя, а ты точно этого хочешь? Просто если ты передумал, еще не поздно отказаться. Нет, нет. Я хочу узнать все тайны человеческого тела. И проникнуть в загадку жизни и смерти. Так что, надеюсь, доктор мне в этом не откажет. Ну, Петр Иванович, рад вас видеть. Мое почтение. Доброе утро, доктор. Доброе утро, Анна Викторовна. Вас уже ждет пациентка, кстати. Я уже бегу. Вы знаете, доктор, у моего дяди есть к вам некоторая просьба. Голубушка, через неделю жду вас. Александр Францович, вот в чем дело. Видите ли, вот что. Я хотел бы сделать некоторые пожертвования на нужды вашей больницы. Вот, прошу принять. Прошу принять. Петр Иванович, это очень щедрое пожертвование. Благодарю вас. У меня будет к вам маленькая просьба. Анна сказала, что сегодня в вашем анатомическом театре будет проводиться вскрытие тела несчастной вдовы Глебовой.
Мог бы я поприсутствовать при этом? Петр Иванович, ну, во-первых, это слишком громко сказано, анатомический театр. У нас всего лишь прозекторская, где все и происходит. Ну, а потом, это, мягко говоря, зрелище не для слабонервных. Ну, на этот счет не извольте беспокоиться, мои нервы весьма крепкие. Ну что ж, в таком случае прошу. А, прямо сейчас? Благодарю. Агафья, конечно, могла быстро обернуться и успеть убить Глебову. Но Баранову сделать это было куда проще. А я считаю, кучеру незачем было убивать вдову. Она ведь не виновна в смерти его ребенка. А что, если она заподозрила, что именно он убил ее сына и пришла разоблачать его? Тогда все сходится. И этот порез на руке его изобличает. Она бросилась на него со скальпелем и успела ранить. Но мы только предполагаем, что Глебова могла взять скальпель с саквояжа сына. Но нельзя исключать, что Агафья убила вдову. Но доктора вот она точно не убивала. Вполне вероятно, что и Баранов доктора не убивал. Возможно, мы никогда так и не узнаем, кто виновен в его смерти. Ну что ж, господа, как бы это цинично ни звучало, но нам сегодня повезло. Ибо у покойной не было родственников, и нам не у кого брать разрешение, чтобы вскрывать тело. Потрудимся для науки. Петр Иванович, смотрите внимательно, я делаю разрез. Дайте ему на штыря. Что ж вы, батенька, говорите? Нервы у меня хорошие. Ни к черту ваши нервишки. А что это у нее под ногтями? Можно ли выяснить, что это за материал? У меня есть мой знакомый пациент. Вы, кстати, могли его только что видеть в коридоре. Он хозяин ателье. Я с ним проконсультировался, и он сказал, что, скорее всего, это так называемый рытый бархат. Рытый? Да, это крайне редкий вид бархата. Слава богу, теперь у нас есть хоть какая-то зацепка. Стало быть, убийца был в красном рытом бархате. Интересно, с чего бы ему так наряжаться? Куда он собирался в тот вечер? Или она. Из красного бархата чаще дамские платья шьют. Ну, у Агафьи такого платья уж точно быть не могло. Откуда у нее деньги? Ох, Анна Викторовна, опять эта проклятая неопределенность. У нас в околотке два подозреваемых. И доказать вину ни одного из них мы с Яков Платоновичем, увы, не в состоянии. Батюшки, я давно собирался вам рассказать. Однажды ночью я возвращался от... Впрочем, ушел домой, и около этой книжной лавки, кого бы думали, я увидел? Кого? Нашего таинственного судебного следователя, Якова Платоновича. Он постучал в дверь, и дверь отворилась. И какая-то женщина сказала: «Я вас давно жду. Входите». И что? Он вошел. Анна Викторовна, ну, я вас умоляю, ну... Анна Викторовна, забудьте вы о нем, он вас не стоит. Я не знаю, что он вам там наплел про его исчезновение и отсутствие, но я абсолютно убежден, что он не был честен с вами до конца. В этой книжной лавке работает Полина. Молодая, образованная, очень красивая женщина. Не удивлюсь, если он бегает к ней на тайные свидания. Все, Антон Андреевич, я вас прошу, давайте не будем. Мне неинтересны внутренние терзания Штольмана. Вы даже себе не представляете, как я рад это слышать. Я бы все на свете отдал ради вашего душевного спокойствия. Вы мой самый лучший друг.
Ой, вспомнила. Что? Да как вы мне 2 года назад предложение делали? Ну, Анна Викторовна. Антон Андреевич, я тогда действительно очень была больна душой. Знаю, что вы сделали это из самого искреннего душевного мотива. И этого я никогда не забуду. Может, по булочке? В кондитерскую? Ну? Куда это ты собралась, душа моя? Папеньку навестить. Он прислал записку, что ему не здоровится. Так и чего же нам завтра к нему вместе-то не съездить? Алексей Эдуардович, я хотела бы сейчас. Ты присядь, голубка моя, поговорим. Вот уже 1/2 мы женаты, а мне все кажется, что ты скрываешь что-то. Не доверяешь муженьку своему. Вы ошибаетесь. А я стараюсь. Я все делаю. Для тебя, для папеньки твоего. Долги его оплачиваю. Векселя выписываю. Ну, у вас денег много. Не убудет. И то верно. Но только мне кажется, папенька твой цены этим деньгам не знает. Дело свое он забросил, по кабакам шатается, пьянствует. В этом нет моей вины. Я тебя и не виню. Вот только думаю, может, перестать деньги-то давать папеньке твоему на время, пока не образумится. Нет. Я прошу вас, не делайте этого. Он и тогда еще ниже опустится. Он совсем пропадет. Если вы не хотите, я никуда не поеду. Я больше шагу не сделаю без вашего позволения. Только не оставляйте его без вашей помощи. Ты права, мой ангел. Слаб человек. Сказано, кто без греха, пусть первым бросит камень. Взялся помогать, так помогай и не суди. Я ведь не только тебя, жену мою, за себя-то взяла, а всех, кто тебе близок и дорог. Только и ты одолжение сделай, если скрываешь что-то. Повинись и знай. Я измены не прощу. Анна, ты не представляешь, как я просто волосился сегодня. Стоило Александру Францевичу занести скальпель и сделать маленький разрез, я хлопнулся в обморок, как барышня. Зато благодаря твоему конфузу доктор нашел новую улику. Ох, я безмерно благодарен этому. Ну, хоть какой-то толк. Скажи мне, дядя, почему мужчины постоянно лгут женщинам? Ну, Анна, это зависит от разных причин. Вот, например, ты любишь одну, признаешься ей в своих чувствах, и при этом оказываешь знаки внимания другой. Как это возможно? Это же подлость. Анна, это все предельно просто. Это значит, что мне нравится и та, и другая. Почему ты спрашиваешь? Из любопытства. Я покривил душой, отвечаю. В жизни бывают положения весьма трудные и порой неразрешимые. Ты любишь одну, а вынужден жить с другой. Или волочишься на глазах у всего света за кем-то. Только для того, чтобы никто не догадался о той, кому на самом деле принадлежит твое сердце. Вы? Так. Ах, мы здесь не одни, да? Ты вызвала чей-то дух. Она сама пришла.
Карл. Спокойной ночи. Тебя проводить? Нет. Анастасия Петровна, к вам госпожа Миронова. Анна! Какой приятный сюрприз! Прошу меня простить, господа, я к вам без приглашения. Ничего страшного, я так рада вас видеть. У нас редко бывают гости. Ну что вы стоите? Прошу, садитесь. Благодарю. Давайте пить чай. Чем же мы обязаны счастью снова видеть вас здесь, сударыня? Вы знаете, у меня есть дело к вашей супруге. Наверное, что-то связанное с расследованием? Нет, конечно, нет. Это чисто дамский вопрос. Думаю, что вам будет неинтересно. Ну, чего же. Очень интересно. В прошлый раз на вас, Анастасия Петровна, было такое красивое платье. Я бы хотела узнать, кто его сшил. Да и сейчас на вас наряд выше всяких похвал. У вас невероятный вкус. Вы знаете, совсем недавно я вернулась из Парижа. И могу сказать, что даже тамошним модницам вы с легкостью дадите фору. Дополните, вы преувеличиваете. Вовсе нет. Нет, в Затонске только разговоров, что о ваших туалетах. Но еще о том, как вам повезло с мужем. Это правда, я женушку балую, да? Душа моя, сделай одолжение. Ты покажи госпоже Мироновой другие свои наряды. Я с радостью. О таком счастье я и мечтать не могла. Красный рытый бархат, ведь редкая, дорогая ткань. Нужно опросить всех портных в городе. Если из нее заказывали платье, наверняка запомнили бы. Уже опросили, Яков Платоныч. В Затонске с этой тканью никто из портных не работает. И у Фоминых интересовались? А стоит ли? Он и прежде работал только с рубахами да тулупами, а сейчас и вовсе дела забросил. И тем не менее, я хотел бы с ним еще раз побеседовать, что-то он скрывает. А бархат – неплохой повод нанести ему визит. Заодно и с подмастерьем пообщаемся. Антон Андреевич, вы сегодня с Анной Викторовной виделись? Яков Платоныч, оставили бы вы ее в покое. Не бередите старые раны. Я понимаю, что это не мое дело, но вы ведь ее не любите. Зато, похоже, вы ее любите. Вам ли не знать, что у меня нет никаких шансов? Я человек незнатный, разночинец и совершенно не пара Анне Викторовне. Сочувствую, Антон Андреевич. И поверьте, я благодарен, что за все эти годы вы были для нее верным другом. Не играйте ее сердцем, Яков Платоныч. Анна Викторовна лучшая из всех женщин, что я встречал в своей жизни. И она достойна преданной любви и самого большого счастья, пусть и не со мной. Вот, посмотрите. Какая роскошь. Какие ткани. Да, ваш муж и правда очень щедр. Какая вы счастливая, Анастасия Петровна. Увы, для счастья нужно больше, чем дорогие туалеты. Ну, бог с ним. Вот это самое роскошное. Удивительная ткань. Хотите, я вам его подарю? Почему? Алексей Эдуардович подарил мне его на нашу помолвку. Глаза мы его не видели. Вы с ним несчастны? Я вышла замуж по настоянию батюшки.
Дела у него тогда шли плохо, денег совсем не было. А тут такая партия, я не посмела отказать. Это печально. Мне вас жаль. Послушайте, я вижу у вас доброе сердце. Помогите мне. Мне срочно нужно ехать к отцу. Иначе произойдет несчастье, которого я не переживу. Уж меня одну не пускает, следит за каждым моим шагом, ревнует. Может быть, если вы поедете со мной, он согласится. Скажем, что поедем в город к модистке. Заказать вам платье. Что вы скажете? Только ни одна портниха-то в Задонске такое платье не сошьет. Материю из Венеции везли и шили в Петербурге. Платье для Настеньки и жилетку для Петра Гавриловича. У Петра Гавриловича тоже есть жилет из этого бархата? Имеется, если не заложил, да? Анна Викторовна. Анна Викторовна, пожалуйста, возвращайтесь поскорее, а? Я без жены сразу тосковать начинаю. Мне без нее существовать решительно невозможно. Как говорил батюшка ваш, куда иголка, туда нитка. Так. Трогай. Так, ты давай, не толкуй тут. Не твоего ума дело. Как хозяин сказал, так и будет. Ты только и знаешь, что хозяин не слушает. Обещал тебе денег, так ты мать родную готов продать. Невинного человека он на каторгу отправил. Так, ну-ка, цыц! Что? Ты цыц! Все, пора, пошли! Давай, пошли, не медли. Сашенька! Сашенька, родной мой! Сашенька! Куда это вы собрались? Настенька, отец свой велел дитю в приют увезти. Отдайте мальца, Анастасия Петровна. Сначала меня убей. Я Сашеньку больше никому не отдам, так отцу и передай. Петр Гаврилов, сумятица какая-то. Ты почему здесь? Чего удумала? Мальчишку отдай и езжай к мужу. Да? Я затем замуж и вышла, что вы поклялись о сыне заботиться. А теперь в приют его решили сдать. Хватит тебе сюда шастать! Если Алексей Эдуардович узнает... А мне все равно! Я Сашеньку больше от себя не отпущу! Дура! Дура! Надо было твое отродье в поле тогда оставить помирать! Так это ваш ребенок, Анастасия Петровна? Да, это мой сын. А почему ваш отец сейчас упомянул поле? Анастасия Петровна. Доктор, доктор, помогите. Получается, это случилось в ту ночь, когда доктор пропал. Вы убили его, чтобы скрыть свои тайны. А вы знали все и покрывали дочь. Как вы смеете, чтобы я убила человека, который спас меня и Сашеньку?
доктор попал в грозу. Лошади понесли, и он упал во враг. А вдове Глебовой вы отомстили, потому что она каким-то образом узнала, что вы убийца ее сына. Нет, я никого не убивала. Да невиновная рыдала бы сейчас на вашем месте. Вы проломили ей череп и сбросили во враг. А ваш отец со своим помощником оговорили конюха Баранова. Он пойдет вместо вас на каторгу. Здорово! Это правда? Зачем ты это сделал? А ты не верим, Настя? Они на нас наговаривают. Да, еще. Еще, еще. Еще, еще. Вот и все. Вот и чудно. Вот и все. Петр Гаврилович, поздравляю. У вас внук родился. Здоровый, крепкий мальчишка. Настоящий богатырь. Везите-ка их скорее домой. Я вообще не понимаю, как вы ее положение, ее из дома выпустили. Не доглядел я, доктор. Моя вина. Скорее, скорее. Настя, ты идти можешь? Там наша повозка. Садись. Подержи. Смелее, смелее, смелее. Ты... Секундочку, подожди, я вернусь сейчас. Доктора поблагодарю. Я вас очень, доктор, благодарю. Ну, о чем вы? Только вы, пожалуйста, не рассказывайте о том, что у нас тут приключилось. Ну, конечно. Я все понимаю. Полагаю, да, господа. В доме у Фомина должен быть жилет из красного бархата. Из того самого, из которого сшито ваше платье. Зять подарил. Ничего не докажете. Ну что, Колька, правду говори, коль в тюрьму не хочешь. Я скажу. Я все скажу. Как я понимаю, кучер в этом деле ни при чем, верно? Очень верно, ни при чем. Это вот Петр Гаврилович надоумил меня на него показать. Что ты врешь, шельма? Ты не бойся. Рассказывай все, как было. Так это, значит, как вдова от хлеба от него вышла, так вот через четверть часа сам он за ней и пошел. Ну врет же! Врет же! Врет! Врет! Яков Платоныч, дошли. Красный рытый бархат. Вот! И тросточка вот эта сам при нем была. Ну что, господин Фомин, отпираться больше некуда. Советую рассказать всю правду. Это облегчит ваше наказание. Ничего я вам не скажу. Зарезали. А потом я поняла, что в положении. Отец тогда чуть не убил меня. В комнате запер, на улицу запретил выходить. А когда подошел срок, привез бабку-повитуху из деревни. А за ней недобрая молва ходила. Говорили, что она за деньги младенцев придушивает. Вот я тогда и бежала из дома ночью, куда глаза глядят. Как хорошо, что мы встретили доктора Глебова.
хорошо? Так ведь это он из-за меня погиб, по моей вине. Он счастлив, что он помог вашему Сашеньке появиться на свет. Откуда вы знаете? Чувствую. Вы же сами сказали, что он был очень добрым человеком. Да, это так, царствие ему небесное. Когда Сашенька родился, я настояла, чтобы его в доме оставили. Иначе бы сама пошла с ним побираться. Ни на секунду не могла его отпустить. А потом через полгода Самсонов в город приехал, и мой отец начал ему меня нахваливать, досватать, в дом привел. И вы согласились выйти за него замуж, при условии, что отец будет заботиться о вашем сыне? Да, так я ему и объявила, он согласился. Душа моя, что тут происходит? Почему здесь полиция? Мне сказали, Петра Гавриловича арестовали. А это что? Я должна с вами поговорить, Алексей Эдуардович. Изволь. Давайте выйдем из дома. Вы присмотрите за Сашенькой? Да, конечно. Да что ж, Антон Андреевич, поздравляю. Дело раскрыто. Взаимно, Яков Платоныч. Только я одного не могу понять. Зачем Фомину было убивать Глебову? Если даже она пришла с обвинениями в смерти сына, ну а какие у нее доказательства? Кто бы ей поверил? Она была экономкой у Анастасии Самсоновой. Наверняка поняла, что у той есть внебрачный сын. Начала шантажировать его, что все расскажет ее мужу. Но вот этого он допустить уже не мог. К тому же, кто убил раз, непременно захочет убить еще раз. Это я точно знаю. А как здесь оказалась Анна Викторовна? Давайте у нее спросим, она еще тут? Это что ж получается? Это ведь даже не скандал. Это позор. Никогда. Я никогда тебя не прощу. За то, что ты посмел обмануть меня. Я ведь был слеп. Твой батюшка мне казался человеком пропащим, но добрым. Оказывается, он мучитель и убийца. Иди, бери сына. Мы едем домой. Поехать в дом Самсоновых. Я поехала на место преступления, к оврагу. Там нашла скальпель, на котором были частички того самого красного рытого бархата. А дом Самсоновых совсем рядом с этим местом. Вот я решила поехать к ним посмотреть, вдруг у кого-то из них наряд из такого же материала. Как вы нашли место убийства, я даже не спрашиваю. Как славно, что они обо всем сговорились. Да, я тоже за них рада. Теперь ребенок вырастет с матерью. И, возможно, Анастасия полюбит своего мужа. А вы полагаете, что можно полюбить человека только за то, что он добр и благороден? А чего ж нет, Антон Андреевич? Безумная страсть редко приводит к счастью. А вот спокойная привязанность и доверие напротив. Не узнаю вас, Анна Викторовна.
Вы говорите, как будто директриса из женской гимназии. А знаете, Яков Платонович, когда я была гимназисткой, нас серьезно ругали только за один проступок. За какой же? За ложь. Позвольте, я отвезу вас домой. Мне есть что вам сказать. А разве вам не надо к Трегубову с докладом? Полагаю, это можете сделать вы. Трегубов вас любит. Вы забываетесь. Анна Викторовна, с вами все в порядке? Я беспокоился за вас. Мне сказали, вы опять помогли поймать опасного преступника. Андрей Петрович, как я рада вас видеть. Отвезите меня домой. Я для этого и приехал. Господа, честь имею.